Все началось с того, что Максим сел на жесткую диету ради роли в спектакле «Киностон». Актер в первую очередь отказался от мяса, а на всех репетициях появлялся с боксами, в которых приносил себе на обед салат из листьев и орешков. Тогда Максим действительно сильно сбросил вес, но стал выглядеть, по мнению поклонников, истощенным и замученным. И продолжил худеть. Последняя фотография, которую выложил актер, уже всерьез напугала его поклонников. Они отметили, что его лицо совсем осунулось и стало, как у ребенка. «Максим, хватит худеть. От вас скоро ничего не останется. Вы в голодные обмороки еще не падаете?» — взволнованно прокомментировали они. Кроме правильного питания, Матвеев фанатично изнуряет себя спортом в спортзале. Подписчики переживают, что актер стал одержим процессом похудения. Но Максим парирует так: у всех свои зависимости. Зато Москва уже не кажется такой серой и унылой. Это реально работает. Подписал он снимок из спортзала, которым поделился какое-то время назад. Актер признается, что ему нравится жить по новым правилам. Никакого мяса, небольшие порции еды, временами голодания, занятия йогой и тренировки в спортзале. И хотя внешний вид Максима Матвеева многих поклонников актера заставляет серьезно переживать за его здоровье, по его словам, поводов для беспокойства нет. «Я стал шустрее, выносливее и здоровее, конечно, впереди новые цели. Во всем! Всем удачи и легкости!» — поделился артист.